66 лет – дата не круглая, поэтому на предприятии сегодня обычный рабочий день. На железнодорожных путях готовы к отправке вагоны с коксом. Но куда уедет именно эта партия, и не угадаешь. Продукция коксогазового завода поставляется не только на предприятия России. В страны ближнего и дальнего зарубежья сегодня отправляется более трети продукции Москокса. Проектная мощность нашего завода – это порядка 1 200 000, ну, 1 170 000, 1 200 000 тонн валового 6% кокса в год. А непосредственно его производительность вот зависит от возможности сбыта, от потребности кокса на этом рынке, ну и от многих факторов, как говорится, от цен. Седьмой десяток завод переживает на подъеме, но справедливости ради стоит отметить, что были в его истории сложные времена. Но благодаря коллективу и руководству предприятия в конце прошлого столетия, когда многие заводы просто закрывались, здесь наоборот провели реконструкцию и переоборудование. Политика была старой дирекции такова, когда упадок производства 90-е годы, все останавливались, он говорит, в это время надо менять основные фонды, потому что упадок не будет вечным. Кокс – это, по сути, чистый углерод. Он активно применяется в доменном и литейном производстве химической промышленности. Технология производства довольно сложная. А принимая во внимание, что оборудование постоянно модернизируется, самый главный капитал предприятия – человеческий. Люди учатся этому 5 лет, потом работают десятилетиями тут. И многие из них все-таки, так откровенно говоря, продолжают учиться вот этой вот технологии. На предприятии работает порядка 1100 человек, из них большинство – жители Видного. Видновчанин Михаил Николаевич Колосок трудится на заводе с 1968 года. В следующем году он будет праздновать юбилей трудовой деятельности. Несмотря на столь солидный стаж, он и по сей день питает к заводу самые теплые чувства. Пришел молодым человеком, до армии еще, пришел на этот завод и вот, как говорится, полюбил его. И вот не знаю, что меня тянет, но вот 50 лет почти, что я ежедневно хожу сюда с удовольствием. Говоря о заводе, нельзя не упомянуть о его значении для города Видное. Сейчас Москокс, по сути, всего лишь одно из крупных предприятий Ленинского района. А в далекие 50-е прошлого века именно благодаря его появлению и был построен наш город. Если бы не было Московского коксогазового завода, то наверняка на этом месте был бы другой город. Но он не был бы таким, как он есть вот сейчас. Не было бы тех людей, не было бы тех традиций, не было бы тех историй. Работники завода, его ветераны и есть самые главные носители и создатели традиций, которые сейчас составляют огромную часть культурной жизни Видного. Еще один день рождения завода – прекрасный повод вспомнить славную историю, которой по праву гордятся жители города. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.